Привет, подписчик. Идет 8-й день призов в БС. Нам дали вот такой плачущий пин. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Сыграем одну катку. Без разницы на какое место. Просто, чтобы показать в бою этот пин. Если я буду молчать, то я концентрируюсь на игре. Так что, если я молчу, то просто... Знаете, проблем со звуком у меня нет. Так, бро, стреляй. Спасибо. Я тебя не забуду. Я тебя не забуду. Я тебя, бро, не забуду. Я тебя не забуду, братан, братишка. Ага. Так подходишь. А, не словилось. Так, на кого-нибудь угодно залетаем. О, нормально, нормально, нормально. Короче, там братишка где-то вон там вот сидит. А, подловить хотел. Здорово, бро. Тут по любасу топ-1. Привет, братан. Ай, если не будет виснуть, то будет топ-1. Так, можем пролететь. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Во, рикошет отлично. Чувствую, кольт какой-нибудь попадется. Давайте вот так вот прочекаем. Никого нету. Так. Бро, лови аптечку. Попал. Давайте как-нибудь залетим по-эпичному. Вот так. Бро, привет. Проблемы с интернетом, понимаете? Бро, ну не сбегай. Кстати, посчитайте, сколько раз я сказал слово «бро». Кто посчитает, тому поставлю сердечко. Так, подождите, я смайлик не протестировал. Значит, еще одну каточку. Я вам покажу, когда у меня будет много банок. Так, я набрал много банок. У меня жесткие лаги. Я не знаю, как я набрал банок много. На меня лез бык. У него было 3 банки. У меня тоже было 3 банки. Но в итоге я победил. Вот здесь заныкаемся. Давайте вам пин покажу, чтобы не забыть. Ну, прикольно такой, я плачу так. Так, бро. Пожалуйста, не трогай. Я тебе ничего не сделал. Ты мне ничего не делай. Гадишь там, не попаду. Надо подождать момент, не попаду. Оп, не попал. Куда автоатака меня бесит, скажу честно. Так, мутить я умею, просто подходим. Просто подходим. Бро, привет, бро. Бро. Бро, привет. Блин, 73 хп. Ненавижу Brawl Stars, да. Я нажал на чай на катку, ладно, доиграю, к вам переключусь. Короче, вот я включился, у меня топ-2, потому что я не закрестил быка, мы с ним затимились. Оставался один Поко, у меня нет 800 кубков, чтобы показать повтор. Оставался один Поко. Короче, я полез на Поко, он мне ставил очень много... Ой, очень много. Очень мало хп. И бык меня закрысил. Ну, короче... Спрей, я не знаю, что это обозначает. Дополнительная ячейка для спрея. Опять же, скриншот. Что это обозначает? У меня есть 3 ячейки для спрея. Это что такое? Спрей для этого бойца скоро появится? Ничего не понял. Ладно, с вами был Волф. Подписывайтесь, а то подписчики перестали расти. Ставьте лайки.
И опять же, кто посчитает, сколько раз я сказал в той катке слово «бро» и напишет в комментариях, тот получит сердечко. Всем пока-пока.